Добрый день, дорогие друзья! И в этом видео я хочу вам показать абрикос мичуринский. Называется он абрикос мичуринский 06. Вот такое у него интересное название. В 2016 году я посадил его. Это, насколько я помню, это привитое дерево. И вот накануне у нас сегодня июль, 20 июля 2020 года. Интересная дата. И я хочу вам показать, какие на нем образовались плоды. Это первый год плодоношения его. Давайте посмотрим. Плодов не очень много. Может быть, было больше, были ветра. Может, часть оторвалась. И вот они уже начинают желтеть. Некоторые зелененькие, некоторые вот уже более яркий окрас имеют. По размеру достаточно крупные. То есть, ну вот, если смотреть другие абрикосы, так вот здесь и здесь. Сейчас еще раз обойду немножечко с другого ракурса. То есть вот веточки с абрикосом. Да, их немного, тут может быть штук 20 может будет. Но первый год, вот, в принципе, я думаю, что это даже очень хорошо. Вот такая красота. Скоро нас ждет. Как это выглядит. Здесь тоже. Какие они будут по вкусу? Вот здесь такой ракурс видно. Сфокусирую. Какие они будут по вкусу? Мы попробуем попозже, когда они созреют. Ну, вот такой вот результат. 4 года на 4-й год. Вот такого дерева небольшого роста, в принципе, высоты. Ну а на этом все, о чем я хотел вам рассказать и показать в этом видео. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Пока!